Проходит Виталий опять славный и пушистый. А сегодня куда рейд? ЦВК обычка 25. Грусть, печаль. Досадно, но ладно. А чё, все, кто пришли? А, о, нихуя, мне все прогрузилось. Ладно, молчу. Вот это подарок. Не, я просто смотрю, человек 10, я только думаю, хуйня какая-то. Нет, я из-за того, что ты плясанул, меня в Лема поставили, класс. Ага. Не, ну хочешь, я могу пойти на магию, а ты похилить? Нет, я и Правда, у меня поток нету. Я сейчас перещу. Смойте всех потиху. Тут все уже. Лёш, я на Двина перешлю банки. Я просто не знаю, что мне. Сейчас я через 2 минуты буду. Если все там, то может и чаш начинать чистить. О, можно хилов злить, да? Можно в луже стоять. Я понял. Ключевое слово, наверное. Но это не точно. Чё, танки есть, пошлите. Не успел.
Одну минутку, я подвис. Блять, я вижу, что там готовность кинуть. Дорогие. Осторожно, там больше выходит. Нормально, такая бычка выходит на 700 голды. А Синдру почем? Мы продаем 20. Мне казалось 10. Кто-то говорил Синдру 15. Не, Синдру мне казалось дешевле. Вроде 10 говорили когда-то. А Лича 20-ка. Это было. Лича, да, я помню, что 20-ка. Проф 15-ка, а Синдра не шибко такой потребительный босс. На прошлом КД вроде в военке кто-то спрашивал, он ответил. Да, я спрашивал, парада меня. Сколько он сказал? Нашка. Синдра, 20-ка, лич. Полина, ты хочешь еще одного старичка в гильдии увидеть? Допустим. Тебе надо Неликсу подогнать воронку, и он тогда продаст попку Махату. Неликс, пупсик. Неликс говорит, чтобы я написал в гирейд, что ты плохой. Дамарок. Передай ему привет. Пупсик, пупсик. И пусть он ста возвращает. Ловушки все? Да.
Ужин. Еще бы касали вернуть. Но этот жест не хочет. Кого вину? Касали. Хапал, помнишь? Да что, думал такое как. Че, квеста на грань можно делать? Ну, в смысле, зарядить. О, я так понимаю, это сова Original вернулась. Какая Original? Мазафакер, которая? Да. Ну, типа, да. Шкаф. О, приветствую, кислород тебе. Да. Как жизнь молодая. Все так же. Понял. Смотри, тебе Сережа уже троллит. За хакер. Где? Кто? Редчан. Миша. Мясо слева. Миша, а, это этот. Тот самый паладин, блин. Почему ДК-мародерка, который мне написал, что у него в продавцах Фарадо, Провокатор и Кирсгорн, пишет мне по поводу того, чтобы ему сделали ачиву на профа. Видите, я и говорю. Пускай Провокатор своих покупателей курирует нормально. Какой ник? Мародерка ДК. Он типа сейчас сказал, что покупает волю у Провокатора, но через Фарадо. Обычно он вообще-то будет покупать. А почему-то мне пишет по поводу того, что я ему квест на профаз. Мародерка, это не тот ли, который хотел купить синдры когда-то? Как его, блядь? Клыка. Может быть. Короче, закройте ему профа просто, мы там решим с провокатором. Ну окей, тогда это... Танком, если что. Я не могу войти в инст. Чего? У меня КД на вход в инсты. Ну, спеклись его в танк. Ну что, Кислород, как тебе Т5 фул? Лучше, чем Т10. Да я заметил, два куска тоже неплохо так. Вон и Жунена. Все готовы? Пианист. Да подожди, тут отписываю еще по... Тремнёнс. Всё, поехали. Блять, Войт, перетанкси. Вечник на ребре. Пиздец. Клиент. Сейвы кинь там по Войду. Зубы и тому подобное. Кто не понял, пианист стоит с нами в рейде. Пианист, ну ты, блядь. Они виноваты, что меня клиент выкидывает. Просто рейд возьмите, блядь, левее станьте, Войд поверни в мою сторону, и буду клиф делить, а это... Рейд там сзади босса бейте.
другую сторону убегаете сейчас. Вот за спину босса. Ты из там? Ты из... Я зашел. Слышишь, кислый, а стрелобезная та у тебя тринка, да, которая? Наделены особым знанием. Да. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Присмотрим туннель. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Казан, ты же в демоне, да? Да.
вниз в центр. Мы с Войдом справа, ты слева. Чё, в три? А то я Фурика спекнулся. Да не, в три, в три. Да успеешь. Всё, всё, здесь поехал. Подожди, я спекнулся. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Хоть бы на поле или моба с лестницей. Шармана. Коника. Не слишком, не слишком много. Погоди, если бы хоть жадный. Thank you.
короче, ребята. Когда фармила третий скепку, брала символ на отбирал. А квест на Шеем на Синдру сколько будет стоить? Время, деньги, друг. Так я его делаю. Там и твоим можно сделать. А, ну если твоим, то ладно. Дыхание половить и двоим. В профи два человека сделают. На Синдре, на Лане, возможно, и двоим сразу. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Горкрон, взлетаем. Вы видите, что это там вдалеке? РДД в пушках, милики бьют трэш. Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфлангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Арсету делать нечего! Пехота! Сержанты! Ой! Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Огонь!
гранаты! О, тирщики, заряжай! Как ты смеешь вступать на мой корабль? Оружейники, артирщики, заряжай! Оружейники, огонь! Один слот надо будет уступить на Суруфанга. Да, я систо. Сейчас бой закончится, да? Локи, поставьте шкаф. Сейчас корабль долетит, поставим. Да. Открываю. Да, тут может. Это. Кто хочет послакать? Я понял, перекинул его. Тыкните на суман. Че стрелкнуть? Он тут. БДК с волей. Нужно больше ярости. На рыбу поставил. Адмирал? Адмирал, ты тут? Да. Куда будет уходить поездка? Я даже не знаю. Хорошо, я знаю тогда. Надо же Витали показать все чудеса ты опять. Жену Эн. Да. Все, в жужину так в жужину мы говорили. Да. Я понял, кислый, да, и все. Карина. Сейчас закажусь. Все, запускаю бост. Кто меньше 20 вагона. Кислый, может мне тоже в ДЦ спекнуться? Тебе вторую следом вдогонку. Давай, 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 давай. Чтоб Виталий охренел. Виталий вообще в гостиной сидит, и мне пофиг. Давай, давай, Иннер залью сразу. Матео, Иннер и Элбрил. Фрэнзик, Иннер и Элбрил. Давай, пускай сорвет, сдохнет пыло. Опять
пианист. Ты там кричи, кто первый дает, кто второй дает. Давай я с пула дам, ты через секунд 20. Ну, ты не через не с пула, а то это. И пау, приготовься. Зубы ему тоже дадим сразу в придачу. Лучше на пул найти, чтобы меня босс хотя бы дошел. Я первый. Чтобы до пианиста босс хотя бы дошел. Дойдет. 3 секунды таунта никуда не денется. Так, даю ПС-ку. Кинул вторую. Пятьдесят секунд до отката. Я тоже так. Двадцать секунд до поиска. Так, дай поиску. Лови еще одну. Посоха не хватает. Гифку сколько? 24 давал, ну, с поиска. Кто тут что оно покупает? Мародерка Воля. Тебе рекаунт, Лёх? Что-то какая-то фигня с ДПСом. Вот и Воля выпала. Этот. На Фарада. Кто продавец? Фарада. Фарада. Вообще эти разговоры, но сейчас Фарада. Саша, что за ПСом? Скиньте это. Рекаунт? Сейчас скину во флудилку. Да. А Фарада на ком? На Фарада. Вар. Давай. Моим спехом снимают. У меня счета 5 нет. Кому-нибудь печеньки нужны? Да нет. Что, блин, ты дамажила там вагу, нет? Вагу? Нет, к сожалению. Старалась, не вышло. Вага вообще 5-й, вагу даже кислый не перестамажил. Да это шутка же, но все же понимают. Карина, ему еще Лана нужна? Он за 20-ку хочет профай Лану. Я вот вообще не понимаю от логики людей. Вот
типа, он договаривался с Кирсом сначала. Потом он, походу, написал провокатору. Теперь я ему перед рейдом написал, что я ему напишу, как будем подходить насчет воли, а тебе написал насчет профайла. При этом он уже что-то покупал у нас. Вот, ну, представь, так, понимаешь, он через меня покупал, в том и дело. Он, то есть, написал мне, ни на одно наше РТ после не зашел, хотя ему заранее писал. Написал провокатору, с ним договорился на все то же самое, что с чем он договорился со мной, и в итоге он пришел именно сегодня. И, судя по списку на лут, с провокатором он договорился вчера. Сальву. Агро, агро, ребят, танки, развернитесь, смотрите, там на рейд. Что хотел сказать, ты кислый? Загорелся там на Т5. Ну неплохо, да, так Т5 тебе поднял, тут ДПСика, блядь. Хоть дамажит что-то стал. Немножко. А жену Н что-то халявничает, плохо кнопочки жмет. Да-да-да-да-да. Ну без ПС-ок 20-ку я срлотаю. Ну нормально. Кисло, тебе две ПС-ки в пустую залили. Так что тебе одна ПС-ка только залетела из трех. Чё говоришь, я не понял? Тебе только одна из трех ПС-ок залетела. Остальная куда? Прости говорить, с Герой не стакаются. Они с тобой. Наебали. Они стакаются, только профита меньше, чем если их давать по ради. Да, их даже в бафах нет, ребят. Есть она в бафах. Была в бафах, я смотрел. Блять, мне на Аркана всегда мне кидали ПС под Геру, а там и каст уменьшается, в бафах она есть. Да, видишь, если платье закинет, блядь. Ну, ловушки активировать или обезвреживать? Разминировать.